Урал – это удивительное место. Что вы знаете об Урале? Дикая природа, суровый климат, природные ресурсы, промышленность. Урал прекрасен в любое время года, и каждый сезон показывает новые грани этих мест. Откройте Урал заново. Вместе с нами. Люди живут на Урале многие тысячи лет. Эти места имеют богатые традиции и необыкновенное культурное наследие. Хотя знает об этом далеко не каждый. Каждая область края имеет свои уникальные особенности. Песни, сказки и быт, как уральские самоцветы, древние и современные, самобытные и такие знакомые. Меня зовут Глафира Утёмова. Я вокалистка и фольклорист. Я изучаю и исполняю традиционные песни Урала и Прикамья. Меня зовут Павел Вихоров, я композитор и музыкант. Уже более 10 лет я занимаюсь культурным менеджментом. В прошлом году сбылась моя мечта. Мы сняли клип в локации памятника природы «Каменный город» в Пермском крае. Клип получил массу восторженных отзывов о красоте нашей природы от людей с разных уголков нашей страны. Я получила огромный опыт по реализации проектов высокого уровня сложности и познакомилась с большим количеством профессионалов из сферы ивент-индустрии и туризма. Теперь я готова к реализации еще более масштабных идей на территории любимого Урала. Вместе с командой мы делаем проекты в России и Европе в сфере музыки и театра. Но не так давно я осознал, в каком, на самом деле, невероятном месте я родился сам. И чем больше я углубляюсь в изучение традиций и культуры своих родных мест, тем больше я хочу показать Урал всему миру. С помощью синтеза природных ландшафтов, локального фольклора и современных музыкальных решений в нашем творчестве мы хотим влюбить в эти края каждого гостя и перевернуть привычное восприятие жителей края. Приезжайте на Урал!